Сейчас Кубань входит в состав Южного федерального округа. Это один из самых густонаселенных регионов. На территории мирно соседствуют более 150 национальностей, а численность приближается к 6 миллионам человек. Краснодарский край сегодня поздравил глава региона Вениамин Кондратьев. Губернатор назвал Кубань щедрой житницей и труженицей России. И особо отметил тех, кто освобождал край в годы Великой Отечественной войны. День Краснодарского края – это повод для гордости и благодарности тем, кто посвятил свою жизнь развитию Кубани. Низкий поклон ветеранам. 75 лет назад они ценой своей жизни освобождали Кубань от немецко-фашистских захватчиков, а после в тяжелейших условиях отстраивали наши города и станицы заново. Сегодня наш дружный многонациональный край – территория больших возможностей, и в этом есть заслуга каждого из вас. Сегодня во всех районах Кубани начнутся молодежные акции, спортивные состязания и откроются выставки. Основные праздничные гуляния пройдут в краевой столице. В музыкальном театре Краснодара состоится большой праздник в честь дня рождения Кубани. На нем выступят ведущие творческие коллективы со всего региона.